выбираю я все тот же древний маршрут. Состава. Переход на станцию Пролетарская. Вчерашний день я провел просто постыдно. И, в общем, как говорится, сегодня хочу это скомпенсировать. Я вам скажу, что пока я вот сейчас ехал 20 минут с Монтенем, очень даже у меня прояснилось мое состояние. Да, именно душевное все-таки. Хотя для меня все составляет вопрос, кто сказал, что человек делится на душу и на тело. Я это еще должен проверить. Хотя я вам скажу, что, судя по всему, это правда. Я нахожу этому подтверждение. Ну а древним маршрутом я называю все тот же выход мой из Китай-города. Крюк через Зарядье. И, как говорится, оседаю в своей прекрасной шоколаднице. А добра добра не ищут. Это место мне абсолютно подходит. И я не намерен ориентироваться на то, что, значит, якобы кто-то из официантов увидит, что я там постоянно сижу. Ну и что? Что от меня пахнет, что ли? Ну а что касается того, что сюжетов на самом деле там какое-то количество, и все, да, и все авторы на самом деле пишут вот эти одни и те же сюжеты, то я до сих пор не просветился по этому поводу. И, значит, это только предстоит. Это интересно, потому что для меня очень интересен вопрос происхождения фантазии. И, как говорится, ну, короче, упрощенно говоря, реальность происходит из фантазии или фантазия из реальности. Или нечто третье. Наверное, нечто третье.